По крайней мере, из того, что я видел, это, может быть, если не самый лучший, то один из лучших залов дворцов культуры в области, абсолютно точно. Площадка сейчас позволяет проводить любые мероприятия, то есть как и концерты, так и театральные постановки делать. Площадка сделана универсально. Под любое мероприятие можно настроить сцену, настроить свет, настроить. Помощника режиссера здесь система связи со службами, управление репетиционным дежурным освещением. Стоит сейчас кингисепцам напомнить, что первый этап, скажем так, после реконструкции Дома культуры мы завершили по оборудованию современным. Звук, свет и много-много другое. Этот этап нам обошелся в 35 миллионов рублей, то, что сегодня здесь находится. Это не все. Следующий этап практически в сумму 23-25 миллионов ожидается. Это будет приобретено еще новое современное оборудование, которое поставит точку в оформлении, полном современном оформлении звука, света и много другого. Также хочется напомнить, что очень большим помощником в реализации этого проекта была компания «Новатек», которая 2 года нас подряд поддерживала и финансировала данное приобретение. Вот поэтому мы рассчитываем, что в этом году мы должны все закончить. У нас буквально к концу сентября появляются оставшиеся деньги. Часть из них придет с правительства Ленинградской области в рамках поддержки развития Дома культуры, который Александр Юрьевич Дрозденко обещал на открытии, и эти слова все сдерживаются. Мы крайне благодарны Ленинградской области в том, что мы вместе, и «Новатек», и местный бюджет, и бюджет Ленинградской области, мы опять вместе скинулись, и у нас опять все получилось. Поэтому одним было бы очень сложно реализовать такой проект. Мы сегодня очень подробно поговорили с руководством Дома культуры о мероприятиях, которые будем проводить здесь, о платных мероприятиях, спектакли, концерты, то есть Дом культуры. Ну вот, оставшееся оборудование, как только здесь будет поставлено, Дом культуры выйдет на абсолютно новый уровень оказания услуг, наших муниципальных услуг нашему населению. Ну, я думаю, что компания «Дока» вторую часть тоже выполнит достойно, и все будет хорошо. Все усилия для того, чтобы достойно завершить этот проект. И, конечно же, мероприятия, которые здесь можно будет проводить на самом высоком уровне и абсолютно разного уровня. И театральные, и концертные, и какие-то конференции. Оснащение позволит достойно проводить эти мероприятия. Да, мы очень хотим, чтобы как можно быстрее этот зал ожил в полном смысле слова. А для этого мы еще дополнительно будем устанавливать 100 кресел. Вот, и у нас зал, и того зал к концу года может вмещать 400 зрителей. 400 зрителей, мы начнем возить хорошие труппы, спектакли, концерты, викинги, сепцы, окунуться в культурную жизнь, как должно быть. До того, как мы приступили к вашему проекту, мы сделали оснащение Святогорского дома культуры здесь, в Ленобласти. В Санкт-Петербурге мы принимали участие в реконструкции Михайловского театра, Александринского театра, концертного зала Мариинского театра, занимались пусконаладкой системы управления новой сцены Мариинского театра, ремонтировали софиты на исторической сцене. В дальнейшем здесь планируется дооснастить до полного функционала. То есть сейчас в рамках выделенного финансирования смонтирован как бы стартовый комплект аппаратуры. Мы его дооснастим до полного функционала. И планируется, насколько я понимаю, еще и установить видеоэкран, да, большой. Вот, который будет во весь задник сцены размером, позволит как проводить какие-то видеопрезентации, демонстрировать видеофайлы, так и использовать его в качестве дополнительной декорации, создающей объемы и специальные эффекты для постановок и концертов.